Абсолютно любой человек, который не имеет каких-то серьезных когнитивных отклонений, то есть он способен мыслить и принимать решения, способен создать любую финансовую действительность. Например, ту, в которой он зарабатывает в десятки или даже в тысячи раз больше, чем он зарабатывает сейчас. Это не означает, что этот скачок произойдет в один раз, или в один день, или в один месяц. Это путь, который человек пройдет. Но у него есть все, чтобы создать то, что он хочет в своей жизни. Вопрос. Достает ли ему готовности идти этой дорогой? Достает ли ему готовности смотреть на себя адекватно, смотреть, чего ему не хватает сегодня, чтобы создать ту реальность, которую он хочет, и быть в соответствии с этой реальностью? Готов ли он проложить этот удивительный путь, пройти его и измениться? А может абсолютно каждый. Я на своем канале даю большое количество бесплатных и очень практических ресурсов, которые помогут вам делать реальные перемены и реальные шаги в сторону намеченных целей. Обратите внимание на новый продукт «Вечерняя практика и настрой», который является настоящим инструментом, который вы можете использовать, начиная прямо с сегодняшнего дня, с сегодняшнего вечера, и видеть удивительные результаты. И если вас интересует серьезная проработка темы финансового изобилия и своей способности впустить в свою жизнь то, что вы хотите, не бегать за этим, а впустить, то обратите внимание на следующие видеосеминары. Видеосеминар «Мне можно», который позволяет вам накачать эту мышцу, внутреннюю мышцу позволения себе. Потому что помните, только вы разрешаете или запрещаете что-то себе в жизни. Только вы. Это серьезный инструмент, который позволяет проработать и вообще заметить, научиться отслеживать те вещи, которые тормозят вас и перекрывают вам путь к тому, что вы, казалось бы, хотели реализовать в своей жизни. Следующий видеосеминар «Пятая стихия деньги. Легко и просто». Эта тема поразительна и удивительна тем, что когда вы выстраиваете свои отношения, самое главное, ваши отношения с миром денег, с миром финансов, то эта стихия начинает с вами взаимодействовать. И из вашей жизни постепенно и навсегда уходят вопросы, где взять деньги, как вылезти из долгов, как заработать, вообще переживания по поводу того, хватит или не хватит. Вы начинаете жить в абсолютном комфорте с миром денег. Что значит изобилие? Изобилие означает такие настройки вашего мышления, когда вы понимаете и знаете наверняка, что если вы чего-то хотите, вы обязательно получите на это ресурсы. Вы их обязательно создадите в своей жизни в нужное время и в нужном количестве. Это уверенность, которая дает вам очень много свободы. Самое главное, вы теперь наверняка знаете. Вы не надеетесь, вы не верите. Вы знаете, что вам всегда хватит. Еще раз, продукт «Пятая стихия деньги» легко и просто. И еще один удивительный инструмент – это видеосеминар «Мои безграничные возможности». А об этом видеосеминаре можно говорить бесконечно. Это самая первая тема, которая когда-либо была мной создана. И однозначно фаворит всей моей аудитории. Обязательно начните с этой темы, если вы впервые знакомитесь с моими материалами. Я желаю вам мощных перемен. Самое главное, чтобы вы на своем опыте, на своих примерах убедились и получили знание, что вы способны управлять своей реальностью. Потому что вы способны. Всего доброго.